КАМАЗ подъезжает и может демонстрировать наглядное пособие, с чем работает сегодня российский рынок. Человек, выходя с рабочего места, вышел, посмотрел, ему тут же сразу все объяснили, значит, обратная связь мгновенная, что и как, подсказали, как это работает, действует. И поэтому человек не по каталогам именно может сориентироваться, а именно по факту, значит, как это все работает. И уже непосредственно закладывать в документацию и реализовывать в жизнь. Сегодня из проектного управления 106 человек посетили этот мобильный центр. Хотя они отвечают за разные направления, но каждому человеку, инженеру, проектировщику было интересно посмотреть, что это такое, как это работает. Ну и, возможно, подумать, что неплохо было бы посмотреть другие направления, кроме представленных электротехнических изделий. Но судя по довольным лицам людей, которые выходили из комплекса, то есть я увидел, что всем все понравилось. Это я бы порекомендовал на самом деле другим коллегам российских производителей тоже поучаствовать в этом процессе, тоже прикоснуться, посмотреть, оценить, сделать выводы, ну и дать вам обратную связь. Мне кажется, это было бы полезно и интересно. Для нас это отличная возможность продемонстрировать наше профессиональное решение для освещения промышленных предприятий. Познакомить с продуктом, новыми технологиями, последними разработками в освещении, все службы от проектирования до эксплуатации. Решить актуальные задачи в освещении, обсудить планируемые модернизации, а также получить обратную связь по уже реализованным проектам. В 2020 году с компанией LEDVANCE был реализован пилотный проект по модернизации 100 светильников, установив в существующие светильники светодиодные лампы взамен DRL-700 и DRL-1000. В течение года производились замеры освещенности и энергоэффективности и получены положительные результаты. Далее было принято решение и реализована модернизация более 9000 светильников. Экономия за год составила более 80 миллионов рублей. Срок окупаемости составил 6-8 месяцев. Кроме того, нам было налажено тесное сотрудничество с производителем LEDVANCE, также с поставщиком компании ИТМ.